И еще об одном. Президент Казахстана, как и любой гражданин республики, как любой из нас, имеет право иметь счета за границей, получив на то соответствующее разрешение. Но он не имеет за границей ни собственности, ни банковских счетов. Он просил передать вам об этом. Он передал также, что если кто-то создал такие счета с целью опорочить его имя, то он обращается ко всем банкам мира, чтобы они перечислили эти средства в фонд Астаны. Я считаю, что наши правоохранительные органы обязаны по закону и во исполнение законов четко реагировать на факты оскорбления чести и достоинства главы государства. Кому-либо из вас известно, чтобы гражданин США, находясь за пределами своей страны, даже намеком отозвался о своем президенте, являющемся символом нации, оскорбительно? Этого никогда и в помине не было. Поэтому такие факты не личное дело главы государства. Это необходимо для стабильности в стране, и за подобные действия любой должен ответить перед лицом правосудия. Вы знаете, что президентом создана комиссия по борьбе с коррупцией. Теперь эта линия будет вестись жестко и решительно, под какими бы политическими иными лозунгами не укрывались нарушители закона.